Добрый день, друзья. С вами Константин Хмелевский. Мы сейчас находимся на южной окраине города Торревьеха. И направляюсь я к Розовому озеру. Захотелось мне искупаться в сильно-сильно соленой воде. Очень полезно для здоровья. Ну и попутно посмотрим, что у нас попадется по дороге. Вот по правую руку вы можете видеть пляж Лос Науфрагос. В переводе означает «пляж потерпевших кораблекрушение». И, честно говоря, это мой любимый пляж в городе Торревьеха. Вот справа можете наблюдать туалет, медицинский пункт, детская площадка имеется, волейбольные площадки. Молодые люди часто там играют. Интересно посмотреть. А вот справа сейчас маленький пляжик, вы можете видеть, вот возле этой пятиэтажки справа. Там часто наблюдаю интересную картину. Собираются группы пожилых людей, мужчины, женщины, по 15, по 20 человек. И в любое время года занимаются такой оздоровительной гимнастикой. Руками, ногами двигают, приседают, то есть заботятся о своем здоровье. Это в Испании, скажем так, повсеместно. Можно увидеть бегающих людей, на велосипедах ездящих. Проехали мы сейчас пляж Лос Науфрагос. Еще хотелось бы сказать, что имеется там волнорезы. Ну, пирс служит в роли волнореза. И на данном пляже волны поменьше, чем в других местах в окрестностях Торревьеха. И если вы хотите с детьми, то отличное место. Пологий вход в воду. То есть глубина наступает не сразу. И при маленьких волнах очень хорошо с детьми отдыхать. Ну вот вы перед собой видите, какие дома находятся в центральной части Торревьеха. Справа от нас море, мы сейчас будем уходить налево. Торревьеху нельзя назвать очень зеленым городом. То есть дальше уже в центре города будут узкие улочки, совсем не широкие тротуары. Но, тем не менее, зеленые скверы, парки здесь в достаточном количестве. Вот видите, один из скверов мы сейчас проезжаем по правую руку у нас. И очень мне нравится, например, площадь Конституции недалеко от набережной. Достаточно она зеленая, красивая, с замечательной католической церковью. Парк наций, излюбленное место отдыха жителей Торревьехи и гостей города. Это вообще уникальное место. Одно из моих любимых в городе. Утки, павлины, гуси, курицы. Там спокойно бегают на воле, все их кормят, замечательное озеро, фонтаны, прекрасное место. Ну вот, можете видеть, справа находится зеленая лузона с обязательной детской площадкой. Повсеместно здесь встречаются детские площадки. Пускай это небольшая горочка, парочка качелей, какая-то каруселька, но, тем не менее, дети довольны. И вот сейчас мы будем проезжать под мостом. Это трасса N-332. Если по ней поехать направо, то через 50 километров мы приедем в город Аликанте. А налево трасса ведет в сторону Картахены. Ну вот, сейчас как раз по N-332 мы проезжаем. И практически оказываемся между двух озер. Вот уже вы можете видеть по левую руку большие белые кучи соли и розовое озеро Салинас де Торревьеха. Если говорить про архитектуру, то та часть города, из которой мы уже сейчас выехали, которая находится между морем и трассой N-332, в основном многоэтажная застройка. То есть 5 и более этажные дома, узкие улочки, неширокие тротуары. А вот после трассы N-332, куда мы сейчас и приехали, в основном
малоэтажное строительство. Ну вот, я думаю, сейчас мы это с вами и увидим, и понаблюдаем. Это различные таунхаусы, отдельно стоящие домики, бунгало и, как вы можете видеть, уже вот такие солидные заборы двухметровые каменные появляются. Конечно, до моря здесь подальше, чем из той части Таревьехи, которая между морем и трассой Н-332, от 2 километров и более. Ну, зато посмотрите, какие здесь замечательные бульвары, деревья растут потрясающие. Ну и виды, конечно, здесь более интересные при малоэтажном строительстве. Вот по правую руку от нас, прямо посередине этого бульвара, проходит пешеходная и велосипедная дорожка. И, как видите, вот автомобильной дороги такой широкий газон ограничивает. Так что велосипедистам ничего не грозит. Красиво, согласитесь. Пальмы от мала до велика. Вот есть маленькие совсем пальмочки, а есть уже даже более чем приличные. В городе Таревьеха постоянно проживают около 100 тысяч жителей. И такой интересный факт, что Таревьеха – это единственный город, насколько мне известно, в Испании, в котором количество коренных испанцев, постоянно проживающих в городе, меньше, чем иностранцев, постоянно проживающих в городе Таревьеха. Здесь живут англичане, немцы, скандинавы в большом количестве. О, впереди какой-то ремонт затеяли. Придется нам в объезд ехать. Ну, ничего страшного. Вот видите, как раз пересекаем мы сейчас велосипедную дорожку. Уступить надо велосипедистам. Вот, благодарит меня мужчина. Да. Ну так вот, начал я про интернациональный состав города, сказал про англичан, немцев, скандинавов, и достаточно большое количество русскоязычного населения проживает в городе Таревьеха. К русскоязычным я отношу, ну, естественно, выходцев из России, Украины, Белоруссии. Русскую речь можно услышать повсеместно. Вот сейчас мы проехали, справа стоял синий большой контейнер. Это означает, что в доме, возле которого он стоит, делают ремонт. И по местным испанским правилам ты должен известить об этом муниципалитет, обязательно арендовать такой контейнер, и мусор именно в него выбрасывается, просто на помойку. Вот мы, кстати, перед собой видим зеленые бачки. Вот просто так свалить туда строительный мусор незаконно. Кстати, что меня удивило, когда я начал передвигаться в Испании на автомобиле, едешь ты по дороге, и вдруг бах, прям посреди проезжей части фактически, ну как посреди, справа возле тротуара, но на проезжей части стоит зеленый мусорный бачок, который приходится фактически объезжать. Где-то они, конечно, в кармашках, но очень часто прям посреди дороги ставят, так что будете за рулем передвигаться, будьте внимательны. Явление вполне обычное и естественное в Испании, но тем не менее с непривычки можно и в аварию попасть. А вот справа сейчас, вот если видите, подъемный кран, и правее виднеется синяя крыша двухэтажного здания, а за ним трехэтажное здание. Это одна из самых крупных школ в городе Таревьеха.
Вот как раз пошла тропинка, и вот там школа находится. Очень большое трехэтажное здание, огромная территория возле школы, футбольная площадка, волейбольная. И, насколько мне известно, хорошая школа, хвалят ее. Ну, мы уже практически подъехали к Розовому озеру. Сейчас, наверное, я небольшую петлю сделаю, чтобы проехаться прям вдоль забора. Что мне нравится в Испании, это огромное количество вот такого кругового движения, развязок. И если вдруг промахнулся нужный тебе перекресток, то ничего страшного, через 200 метров спокойно на круговом движении развернулся и, потеряв буквально минуту, поехал по нужному тебе маршруту. Согласитесь, не в каждом городе Российской Федерации встретишь такое количество круговых развязок, и если ты прозевал нужный перекресток, то это ого-го. Потом кружиться придется большое количество времени. Вот, кстати, видите справа мусорный бачок, который, ну, практически на проезжей части стоял. Ну и вот уже перед нами появилось Розовое озеро, которому, собственно говоря, и лежал наш путь. И прямо вот за этим забором, вдоль которого мы сейчас поедем, находится зона природного заповедника Салинас де Торревьеха. Охраняется государством этот заповедник, но с 2018 года имеется... Ой, кошка! Специально огороженная столбиками территория в воде, где абсолютно официально можно купаться без риска получить многотысячный штраф. Ну, про это есть сюжет на моем канале. А вот прямо после белого автомобиля справа вы можете видеть информационный указатель, и вот такая грунтовая дорожка пошла прямо к озеру. Ну, ориентиром служит, вот видите справа, большая такая полянка. Я обычно паркую автомобиль вот на улице справа, но она с односторонним движением. И, наверное, я под кирпич не поеду, а объеду вот эту урбанизацию. Покажу вам еще немножко местную архитектуру. Урбанизация, в Испании называется закрытый жилой район, состоящий из большого количества, либо отдельно стоящих домов, чаще таунхаусы и бунгало, которые имеют закрытую территорию. Ну вот мы сейчас забор ее справа наблюдаем. И внутри, как правило, большая зеленая зона с достаточно приличным бассейном, которым могут пользоваться все жители урбанизации. При этом в среднем каждый собственник жилья в урбанизации платит за обслуживание бассейна, прилегающей территории, газончиков, ну, порядка 500 евро в год. Плюс-минус. Ну и, собственно говоря, мы приехали. Вот на этой улице я всегда паркуюсь. Видите, сколько автомобилей. Я думаю, все приехали тоже искупаться в соленом озере. И если вам интересно посмотреть, что там на берегу, то я оставлю под видео ссылку на сюжет про Розовое озеро. Обязательно посмотрите. С вами был Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. Заходите на наш сайт, ссылка под видео. Поможем подобрать вам недвижимость в Испании, либо проверим выбранное вами жилье на юридическую и криминальную чистоту. До новых встреч, друзья!